О том, как устраняют последствия стихии и как организована помощь пострадавшим по линии краевых властей и правительства, сегодня доложили Дмитрию Медведеву, губернатор Краснодарского края и глава МЧС, который на месте руководит работами. Премьер пообщался с ними по телефону. Сам он сегодня в Москве принял участие в Генассамблее Международной конференции азиатских политических партий. Более 300 политиков из 40 стран Азии и Ближнего Востока собрались, чтобы обсудить, как вместе противостоять попыткам Запада навязать свои правила игры с помощью торговых войн и санкций. Участники конференции едины во мнении, что подобные методы неприемлемы. Есть страны, которые пытаются силой навязывать другим странам свои представления о мироустройстве. Якобы для их же блага. Учить тому, что такое демократия, как надо выстраивать свою политическую систему, развивать правовую систему. Действуют в системе вот такой координат между старшими и младшими. Мы не раз по этому поводу свою позицию высказывали, она остается неизменной. Мы готовы к взаимодействию с партнерами исключительно на принципах международного права, взаимного уважения, учета интересов друг друга.